Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Давайте рассмотрим несколько приемов, которые помогут вам в игре за минера. Начнем с самого начала. Мины блокируют респаун нейтральных крипов, при этом бочки не блокируют. Давайте поставим. Опа, и убежим. Убегаем, убегаем, убегаем. Все, ждем, когда будет минута 26-я, и проверяем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опа! Опа! Вот мы видим, где стоит бочка, нейтральные крипы зареспавнились, а где мина, нет. Это огромное преимущество, в первую очередь, в чем? В самом начале, уже на первом уровне, вы можете блокировать респаун крипов в вражеском лесу, в первую очередь. Например, если у врагов играет Энигма, пикнули Тетчиса, побежали быстренько, поставили мину где-нибудь именно в деревьях, да, чтобы враг не наступил на нее. И убегаем. Все. Конец сюда вот поставили в деревьях, где он точно не наступит. И убежали. И в итоге респаун будет заблочен. Так, идем дальше. Во времена первой доты, да, было актуально использовать бочки вместо вардов. Почему-то во второй доте это не используют. То есть, в те места, где у вас стоят варды, вы просто ставите по одной бочке. Поставили сюда. Например, поставили сюда, вот. Чтобы обеспечить себе вижен. Можно прямо на руну ставить. Все великолепно. По одной бочке. Их взрывать не надо, пускай они стоят всю игру. Пока у них время не пройдет. Когда уже время прошло, просто пробегаемся и ставим заново. Проблем нету. Можно это делать прям под смоком. Все идеально. Так, теперь нам нужна помощь нашего друга Свена. Урон от мин можно блокировать с помощью скипетра. Давай сначала посмотрим, как просто происходит взрыв мины. Вот, бежит враг. Ля-ля-ля, пам-парам-парам, памах, все. По хп у него нету. Теперь при использовании скипетра. Вы видите, урон не наносится. Это потому, что у мин идет физический урон. А у нас скипетр защищает от физического урона. Но скипетр не защищает от бочек, потому что у бочек идет магический урон. Кто бы подумал. Так, встаем прямо на бочке. Врубаем. Пух! Поставь лайк! Напиши комментарий! Подпишись на канал!